Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2668. Тема «Старообрядцы». Пользуетесь ли вы благами современной цивилизации, компьютером, интернетом, мобильным телефоном? Смотрите ли телевидение? Бываете ли в театрах, в кино, в музеях и на выставках? Отвечает старообрядческий митрополит Андриан. Так называемые блага цивилизации, если иметь в виду технические достижения, мы стараемся использовать по потребности. Для связи, например, или в качестве источников информации. Но есть и другие блага, в кавычках, массовая культура, всевозможные шоу. С точки зрения христианских канонов, этики и нравственности, быть соучастниками всевозможных зрелищных мероприятий недопустимо для священнослужителей и недостойно для мирян. А вот посещение выставок, музеев, если это не связано с чистым развлечением или какими-то проявлениями богоборчества, помогает работе ума и души, может принести пользы паче вреда. Но в любом случае надо чутко прислушиваться к своей совести. Не переходишь ли ты некую грань? Комментарий Игнатия Лапкина. Ответ замечательный. 1 Коринфянам 6:12. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. 1 Коринфянам 10:23. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Пустопорожняя гремела ассамблея. Речь патриарха восхваляли дико. Он демографию воспел, что обомлеешь, духовности пообещал подпитку. Иначе и не скажешь. Жирный треп. Архиереев хор, безбожников плеяда. Кто выпрет на трибуну, тот и врет. Зовет на помощь тех, кто мельтешится рядом. Ни разу и нигде не прочитал, и даже краем уха не расслышал, чтоб о рождении свыше возгласил кагал. К воистину духовному поворотили дышло. Городят околесицу умело, хитросплетение в словесах словарных, но дух неверия сквозит из каждой щели, сподобится бы всем стать новой тварью. Конгрессы патриотов, словно рвота, винят евреев и космополитов, на власть ушедшую и нынешнюю ропот. Все больше свирепеет монашеская клика. А надо бы, а нужно бы упасть, лбом по дубовым плахам барабанить, признать Христа единственную власть, смиренно высидеть в его кровавой бане. Мы не заслуживаем милости сполна, пророки вымерли, священство изменило. Нас солнце жжет и леденит луна, хотя живем в достатке, все немило. Как наименьший в сумерках в углу, мне дайте слово, кафедру, эфир. По вашим меркам я невежда, глуп, но угли кину, растоплю ваш жир. Священной Библии пройдусь по лазаретам, прорвусь в алтарь и за иконостас, чье сердце словом будет разогрето, тот с проповедью выступит о том, как Бог нас спас. 30 марта 2005 год, Игнатий Лапкин.